Так, вот что творится у нас. Сколько времени сейчас? 2 часа. 2 часа. У нас это мостик на речке. Вот пока лишнего не вижу, чтоб кто-то вытащил. Человек один с этой стороны стоит. Там показалось. Ну, вот стоит виток, значит, он зря стоять не будет. Побежит на ход, их не клюет. Вот. Такой вот вариант. Погода как темная какая. Ну, с утра брала. С утра рыбалка была. А, вот там дальше вытащил один. Мужчина одну вытащил. Да, не густо, но что-то есть немножко. Вот с этой стороны мужчина сидит. В общем, ждут. Значит, была. И народа много. О-о! Вот там опять вытащил. Что-то, не знаю, плотичку или это самое. И ильца не знаю, но что-то вытащил. Так. Так. Там что-то тащит. Рыбу или нет, не знаю. Не, вроде как ничего не вытащил. Просто вытащил, поменял место. Вот так вот, да. Так что рыбалка идет. Рыбалка идет. Началась рыбалка. Ну, я думаю, будет продолжаться. Все, приезжайте. Завтра, послезавтра. Каждый день открыт. Все есть. Все, чем пока.